Чаепитие в разгар рабочего дня. Согласитесь, для государства, а значит и для каждого из нас, это удовольствие слишком дорогое. Масштабы наших строек огромны. Сегодня за 2,5 дня в СССР осваивается столько капитальных вложений, сколько за целый год первой пятилетки. И если страна потеряла всего один рабочий день строителей, то мы не досчитаемся птицефабрики под Ленинградом или нового рыбзавода на Дальнем Востоке или ткацкой фабрики в Ферганской долине. Бригада простаивает, потому что чего-то не хватило для работы. Чего? Помните, у Маршака есть перевод с английского. Кузница не была гвоздя. Не смогли подковать лошадь командира. Командир? Рабочая эстафета. Впервые эти слова поставили рядом строители Нурекской ГЭС. От электростанции Навахши зависело развитие Таджикистана и соседних республик. Энергию ждали предприятия и города. Воду – веками мертвая земля. Строители электростанции говорили на 40 языках народов нашей страны. Но каждый понимал, что ГЭС можно, а главное – нужно построить быстрее. И все искали пути для этого. Осенью 1971 года Леонид Ильич Брежнев побывал в Пулисангинском ущелье. Встретился со строителями Нурекской гидроэлектростанции. «Энергия и вода нужны быстрее», — говорил Леонид Ильич. «Мы можем ускорить строительство», — отвечали нурекчане. Подумав и взвесив свои возможности, гидростроители обещали товарищу Брежневу включить первый агрегат в энергосистему на год раньше срока. Они были готовы трудиться быстрее, качественнее, эффективнее. Но у стройки более 300 смежников в разных концах страны. Они поставляют сюда оборудование, машины, конструкции. И все это надо получить на год раньше. Включайтесь в рабочую эстафету по досрочному пуску агрегатов электростанции, обратились строители Нурека к партнерам. И каждый ответил: я обязуюсь. Восемь лет соревнования диктовало всем участникам Содружества высокие темпы. Пуск последнего агрегата ГЭС был назначен на 7 октября, на 15 месяцев раньше директивного срока. Наша киногруппа заранее приехала в Нурек, чтобы снять момент пуска, но агрегат уже работал. Рабочая эстафета помогла строителям опередить свои собственные обязательства. И нам удалось зафиксировать лишь этот последний штрих большой стройки. Шла подготовка к митингу по случаю ввода электростанции на полную мощность. На праздник приехали участники Содружества со всех концов страны. Один из них – заместитель главного конструктора завода «Урал-электротяжмаш» Константин Федорович Костин рассказывает о рабочей эстафете.
В своем первоизданном виде это было соревнование между отдельными бригадами, рабочими бригадами завода и, собственно, значит, стройки Нурекской ГЭС. А позднее она как-то невольно перешла в форму такого делового дружеского сотрудничества и между инженерно-техническим персоналом, учеными, исследователями. Нурекчане обращаются к заводу помочь деталями или материалами, или чем-то. То есть с вопросами, не входящими в наши формальные обязанности. Но с другой стороны, и нурекчане, когда заводу бывает очень трудно, они присылают к нам на время своих квалифицированных рабочих. Дальше рабочая эстафета действует что ли эффективно за счет изыскания дополнительных внутренних резервов, но уже ни в коем случае не в ущерб интересам других заказчиков. Дальше особенность, по-моему, наиболее принципиальная особенность, что вот в этом соревновании вот есть какая-то душа, какая-то заложена одухотворенность, какая-то человечность между нурекчанами и свердловчанами, так завязывается взаимоотношения такие хорошие, теплые и среди семей. Так переписываются дети, переписываются жены, посылают поздравления друг другу к тому или другому празднику. И вот такая дружба деловая, она ко многому обязывает. И сейчас вот этот вот росточек, высаженный на земле Таджикистана, он превратился в мощное плодоносящее дерево, и свои семена распространил по всей нашей вообще необъятной родине, которые дают большой и экономический, и социально-политический эффект. 750 крупнейших строек страны – такова география рабочей эстафеты сегодня. Во многом это стало возможным, потому что инициатива нурекчан была вовремя замечена и поддержана Центральным комитетом КПСС, профсоюзными и комсомольскими органами. Леонид Ильич Брежнев говорил о ценном начинании с трибуны 18-го съезда комсомола.